видите, я набрал, вот, внимательно смотрите. Уже не каждый сайт я буду позорить. Смотрите сюда, вот эту фотографию, да? Сколько раз она повторяется. Видели? Вот. Это первая попавшаяся, которая ко мне прилипла. Вот. Это ладно, смотрим грушу. Я узнал свою грушу, так? Вот она, груша Чижовская. Это она моя, да? Так. Смотрите, что я делаю. Это к тому, что я хочу, чтобы все знали одно и то же. Что прежде чем связаться с сайтом, проверьте, откуда эти дровишки. Смотрите, я нажал на нее. Так. Дальше, внимательно. Уральский дачник. Ну, фотография моя. Я говорю, я позорю только тех, кто у меня фотографии присваивает. Нажал на правую мышку. Вот. Это еще раз Виноградову огромное спасибо. Найти изображение в Яндексе. Я был в шоке. Я-то не знал, кто лидер там. Я, помните, говорил, что есть фотографии еще более популярны, чем моя. Внимание, смотрим. Смотрим. Это все мошенники. Груша, видная в Магнитогорске. Это все мошенники. Почему? Вот. У них нету груш. Зачем им фотографировать мою? Она не самая яркая из моих. У меня есть помного пальцев. Вы смотрите, смотрите. Я-то не знал, что это. Ну, Виноградов, ну, спасибо. Ну, научил. Помните, как пел Высоцкий? Кстати, его юбилей. Высоцкий пел. Ну, спасибо за русского другу. Научил, как ходят, как сдают. И мне теперь надо гордиться тем, что я признан мошенниками. Вот это вот привело меня в ужас. Тогда я нажал следующую. Смотрите. Абрикос. Видите? Вот. Здесь есть мой абрикос. Но я про него уже показывал. Вот. А теперь я смотрю, кто же лидер. Вот это самая популярная фотография, чтобы вы запомнили. Вот она. Вот. Вот это вот. Она была всегда лидером. Нажимаем. Ну, это самое. Вот так вот. Нажали. Теперь я нажимаю вот сюда, глядите. Вот. Этот мы уже проходили, но я эту фотографию тогда не комментировал. Сеянный. То есть, ну, понимаете, тот же вопрос. Когда человек говорит, а вот у вас только, это же у меня такие же, да? Это не моя фотография, нет. А у меня такие же. Мне говорят, вырастут дички. Как сегодня дичок вырастет? Она просто умрет. Ну, так же, ну, вот саженец купи вот этой. А почему? Во-первых, потому что он съел, во-вторых, какое он имеет отношение? Садится вот к этой фотографии. Почему? Внимание. Нажимаем на правую. То есть не здесь, вот здесь. Вот. Нажимаем на правую. Найти изображение в Яндексе. Эта фотография уже, она одна из самых лидеров. Но я не знал, что лидерство ко мне перешло. Ну, давайте смотреть. Вот. То есть, каждый раз делая такое дело, вы будете знать, с кем имеете дело. Нормально, да? Кстати, вот когда я вот это показывал, да, грушу, и показывал я вот это вот, как сказать, где он, изображение в Яндексе, оказывается, вот это огромный список, вот то, что, вот они, да, огромные, это еще не все, потому что они вот так, это, они еще вот так мою же, и вот так мою, то есть еще вот этих, то есть к тем длинному списку, они как бы, знаете, когда дерево с одной стороны, вот видите, оно с правой стороны, вот видите, оно с левой стороны. А смотрим, вот мне интересно, а сколько еще наворовали? Нажимаем, смотри, как тут написано. Другие размеры и похожие. Видите, дерево с этой стороны, оно на самом деле с этой стороны. Вот. Другие размеры и похожие. Еще смотрим к тому огромному списку. Смотрите. Поменяв как-то... И ведь все они разные. К этой картинке пишут, что и декора. Да, да. Чаще всего декора. И Чижовская. И колоновидная. Смотрите. И это еще. Я когда это увидел. Да, ребята, вы скиньтесь мне на бутылку коньяку. Вы что? Представляете? Вы сомневаетесь, что это моя фотография? А? Смотрите в глаза, мошенники. Я не сомневаюсь. А это еще не все. Это мы только с вами. Я когда увидел, да, я ужас пришел.
Это мы с вами еще вернемся назад. Я должен, это ликбез, это учеба, ребята. Вот, понимаете? Когда вот это вот я набрал, да, вот это вот. Вот, то есть вернемся назад, допустим. Как-то я тут оказался. Вот. Вот это вот, вот это вот. Изображение в Яндексе. Вот. К тем добавить и вот это тоже. И это мое. И это мое, и это мое, и это мое, и это мое. Дальше я еще не смотрел. Вот. Самое хитрое, это кто вот так меняет картинку. И посмотрим, что мы еще видели. В общем, вы поняли, да, как легко их находить, этих мошенников. Смотрим дальше. С этим мы разобрались. Вот. С этим мы разобрались. Так. Декора груша колоновидная. Набрал я. Понимаете? Это будет, как сказать, как, колоновидных груш нет ни одной на планете. Я уже говорил вам. Так. И снова мы... А, ну это мы видели. Это я хотел показать вам еще с этого, слева, справа. Смотрим дальше. Декора. Вот. А абрикос амур, я рассказывал, что он из этих, он скорее даже ближе к полукультурным. Плоды небольшие, мякоть с кислинкой, легко отделяется кожа, твердая мякоть. Вот. И, естественно, мне бы хотелось бы знать, да, все-таки у кого-то, может, он настоящий, на самом-то деле, да, хотелось бы. Ну, ладно, ну, давайте не потеряем еще минутку. Ищем в Яндексе. Ну что? Где человеку купить? А амур-то, ведь они же все предлагают, у них же своих фотографий нет. Вы представляете? Но я уже свои не стал показывать, а то вы скажете, хвастаюсь. Вот. Ну вот, пожалуйста, это маленький ликбез. Сейчас, друзья, получается, что мы в наше время 2 часа истекли. Так. Снова далеко.